Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Qubot X19 сделать сброс настроек пользовательских сертификатов. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем раздел «Защита и местоположение», спускаемся, переходим в «Дополнительно», затем переходим в «Шифрование и учетные данные» и выбираем последнюю опцию «Очистить учетные данные, удалить все сертификаты». И затем подтверждаем. И как видите, хранилище учетных данных очищено. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.